Фамилия, отчество. Я Салуянов Александр Александрович. 19.05.1981 года рождения. Должность Салуянов. Оператор-наводчик, сержант. Где это несет слово? ВЧ-12-265. ЛНР? ЛНР. Да. 24 числа какую команду получили? 24 числа получили команду зайти в город Счастье и стрелять все мирное население. Зачем? Не знаю. Ты стрелял? Нет, я не стрелял, у меня была ломаная башня, не было связи на машине. Кого ты убивал? Ни в жизни никого я не убивал. Как попал в плен? В плен попал. Мы зашли на улицу, стали на две машины. Одна машина была разбита. Второй экипаж сел на мою машину. Мы выдвинулись вверх по улице, на нашей машине. Встали на верхней улице, не знаю, как она называется, за домом. Машину оставили, сами спрятались в подвал. Просидели в подвале, после чего были задержаны, попали в плен,